мать! Пацаны! Противник! Хочешь? Нельзя, нельзя. Люди надеются на тебя. Так же надеются. Нифига они про нас не знают. Да и хрен с ним. Со славой. Вступи в долг. Помоги мирным людям. Для выполнения опасных, но хорошо оплачиваемых заданий. Заинтересованным подходить в бар. Смертельные аномалии, опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг победоносной поступью, идущей на помощь мирным гражданам всей планеты. Проходи, не задерживайся. Хороший был сталкер. Не тормози. Моя информация может тебе пригодиться. Если кто поможет. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози. Ну что, Меченый, принес документ язык-18? Ситуация проясняется. Как я и предполагал, выжигатель мозгов уготворен. Это экспериментальный излучатель Кайманова. Его части как раз изготавливались в лаборатории X-18. В этих документах есть ссылка на лабораторию X-16, куда отправлялись готовые блоки. Она расположена на территории производственного комплекса возле озера Янтарь. Там неподалеку лагерь ученых. Они наверняка подскажут точнее. Ситуация непростая. Тебе надо пробраться к ученым и узнать, где находится лаборатория X-16, чтобы добыть недостающую часть документов. Ну что, готов? Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Да, настроение хуже не бывает. Эх, если кто помог. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Не зря же я тут вон сколько неба кручу. И я, и друганы мои прорвемся. Пить как охота. Как меня угораздило. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Это если прикинуть... Ага, точно. 3-4 таких похода, как вчера. Да если бы еще хабар не хуже. И все. Не тормози, мужик. Моя информация может тебе пригодиться. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ну что, дружище, подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Не тормози, мужик. Проходи, не задерживайся. Вступайте в ряды долга. На нас лежит огромная ответственность защитить мир от растущей зоны. А вот анекдот. Сталкеры, если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, место, где можно хорошо выпить и поговорить, место, где вам всегда подскажут, как подзаработать, бандиты грабят сталкеров-новичков. В роли новичков Меченый и его мясо. Неповторимый Меченый в роли свидетельного мента наводит правосудие против 6 преступников и негодяев. Ай да! Не суждено было оказаться на воле. Догнать, скажем, не угонишь, а вот какую-то похабень с тебя оставишь. Девки, их обратов и еще. Ну, подумал. И вперед двинуться. Думает, что-то я про это слыхал, да забыл, блин. Надо будет на баре у приятелей уточнить, что за фигня такая, кабаки и девки. А поновее ничего нет? Заинтересованным подходить в бар. Меченый, только иди первым, а я за тобой. Боец из меня плохой, лучше ты разведывай дорогу. Впереди в тоннеле, аномалия жарко. Надо идти по одному, так больше шансов выжить. Иди первым. Когда я увижу, что ты дошел до конца, я пойду следом. Остерегайся огненных ловушек. Их можно обнаружить по искажениям горячего воздуха. Спасибо тебе за помощь. Я твой должник. Эту флешку, это копия результатов экспедиции. Уверен, бармен за эту информацию хорошо заплатит. Если зайдешь к нам в мобильную лабораторию на янтаре, положите научный скафандр. Сделать калибровку. Не плевать, я один никуда не пойду. Я тебя очень прошу, сделай это. Мы все от этого зависим. Ого, Меченый, ты наконец-то добрался к нам? Да-да. Да-да? Да-да? Ну-ка, что тут у нас? Черт, опять 25. Снаружи слишком опасно, иди первым. Разведай территорию снаружи. Подожди немного. Сейчас я замерю, и мы двинем дальше. Так. Немного зашкаливает, но излучение в норме. Надо идти дальше. Детектор, что ли, барахлит? Меченый, нам надо чуть глубже зайти. Тут я ничего понять не могу. Клык, мы не можем его так бросить. Бросай. Ему уже ничем не поможешь. Скоро выброс. С ним мы не пробьемся. Нет, Клык, я его не брошу. Выбираться отсюда. Замеры есть. Осталось добраться до бункера. Да-да? 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 Да. Вот замеры. Тут и тут. Да-да? Все точно. Точнее быть не может. Хорошо. Сейчас я попробую настроить прототип. Вы отлично справились. Если замеры верны, то прототип обеспечит максимальную защиту от излучения. Вы отлично справились, Меченый. Теперь ты сможешь пробиться в лабораторию. Но если не отключишь излучатель, то даже с пси-защитой долго там не продержишься. Мы рассчитали примерное местонахождение излучателя. Он находится в подземном помещении. Я тебе отметил на карте. Проблемой лаборатории занимался Васильев. Около недели назад они вместе со сталкером по кличке Призрак попытались проникнуть в лабораторию. Через несколько часов нас порядком тряхнуло, и излучение на время пропало. А еще через час мы получили сигнал от Васильева. Сигнал шел с болот, но потом пропал. По всей видимости, Васильев погиб. У него была точная информация по лаборатории, где она находится, как в нее попасть. Попробуй отыскать его тело. Возможно, найдешь и сведения о том, как отключить излучение. Все известные нам координаты я тебе скинул. Да-да? 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 необходимые документы у нас. Мы знаем, как отключить излучатель. Вместе с призраком продолжаем спускаться в лабораторию. Зомби повсюду лезут на свет. Все летит к чертям собачьим. Призрак абсолютно невменяем. Несет какой-то бред. Его накрыло излучением. Я все бросил и ухожу по тоннелям. Я на болотах. Где бункер? Черт подери. Я не могу определить, где я нахожусь. Сахаров не отвечает. Что происходит? Кругом зомби. Молодец, Меченый! Ты таки добрался до лаборатории. Для нас крайне важно изучить установку, которая там находится. Попробуй ее отключить, чтобы мы смогли ее исследовать. Слушай, Меченый, прототип не сможет долго защищать от сильного излучения. Я предусмотрел такой случай, поэтому когда ты попадешь под сильное воздействие, включится таймер. Когда время истечет, прототип перестанет тебя защищать. Будь осторожней и не забывай про таймер. Безопасности. Если это так важно, почему же ты не объяснил, зачем ты идешь туда? И как тебе удалось сделать эту фотографию? Ты даже не представляешь, где я был и что я там видел. Ох, Стрелок, лучше не лезьте туда. Держись, сынок. Я о тебе позабочусь. Все будет хорошо. И куда ты теперь? Север. На север.